издательском доме «Ульяновская правда» прошла пресс-конференция, где представили программу мероприятий. Традиционно празднование Дня воздушного флота начнется со дня открытых дверей на заводе «Авиастар». Традиционно мы проводим 20 августа на День открытых дверей. Что он себя представляет? С 8 часов до 12 мы осуществляем пропуск всех желающих, кто хочет посетить производство. Для нас это тем более актуально, потому что это является еще очень мощным профориентационным мероприятием. Первый день авиашоу пройдет на площадке перед «Спектр Авиа». В программе авиасалона запланирована выставка авиационной техники, показательное выступление пилотов, прыжки парашютистов. Для жителей и гостей региона будут организованы тематические мероприятия. Впервые пройдет фестиваль воздушных змеев. На второй день празднование переместится на аэродром в Белом Ключе, где состоится полетная программа с участием самолетов малой авиации. Здесь также будут работать различные интерактивные площадки. Эльвира Зямалова и Павел Макаров. Новости «Ульяновской правды».